9 февраля в Подмосковье пройдет первый в 2019 году единый день диспансеризации населения. Пройти бесплатное комплексное медицинское обследование в медучреждениях Красногорска приглашаются жители округа, рожденные в 1920, в 1923 и 1926 и каждые последующие 3 года. Прием в поликлиниках будет вестись с 9:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Единые дни диспансеризации в Подмосковье запланированы на каждый месяц 2019 года.